Hello, друзья, с вами StivePro, и сегодня я покажу вам данный RPG мод для Minecraft Expedition. Этот порт оригинального мода с ПК-версии Minecraft для Minecraft Expedition. Да, это очень классный мод, который приносит несколько очень классных вещей. Ну что ж, во-первых, мод добавляет 4 целых новых руды, и выглядят они примерно так. Есть вот такая смешанная руда, руда похожа на алмазную руду, зеленая руда и руда похожа на угольную руду. Но это не угольная руда, это совершенно другая руда. А также, как я сказал, у нас есть и броня. Выглядит она очень круто. Вот такая зеленая руда, точнее броня, которая делается из зеленой руды. И когда выдевается полный комплект этой брони, в вашем Майнкрафте появляется 3 эффекта, которые накладываются сразу после надевания этой брони. Также, как сказал, есть новые вещи, к примеру, такой топорик, еще вот такой топорик, зеленая кирочка, а есть супер меч, он очень сильный, красный меч, и, конечно, есть новые мобы, которых мы сейчас рассмотрим. К примеру, есть вот такой, как бы, оцелот, или как-то его так называют, я не знаю, но у него один глаз, друзья, у него всего лишь один глаз, мне его жалко, мне очень его жалко, но, к сожалению, он издает звуки сына зомби. А и минус этого мода заключается в том, что всех предметов в этом моде нет. И чтобы их добыть, вам придется установить мод Toolbox или другие моды. Есть также вот такой парнишка, у которого аж 2 головы, и получается у него 8 глаз, друзья, 8 глаз. Представьте себе, если у вас было бы 8 глаз, но, к сожалению, с него ничего не дропается. Но они будут спавниться у вас также в обычном мире, как и вот эти руды. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.